Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами одной кухонной хитростью, которой я воспользовалась на днях. Как-то купила я упаковку листов для приготовления лазаньи. И пролежала у меня, так как я не люблю вот этот поджаренный фарш. Для меня лучше котлеты. И, короче, думаю, не буду я готовить. Зачем только купила? Идея такая пришла. Нарежку я из нее лапшу нарезала, подсушила. Кстати, нарезать вы можете любой длины, ширины, как вам нравится. Не надо готовить тесто, не надо подпылять мукой, не надо мараться, не липнет между собой эти листы. Что мне нравится и согревало мою душу, то, что это эти макаронные изделия итальянские. Готовьте из твердых сортов пшеницы с добавлением яйца. Что мы и делаем, по сути дела, когда готовим дома саму лапшу. Хотя мука, которую мы используем из твердых сортов пшеницы или из какой, мы этого не знаем. Не всегда пишут выше сорт там, это не высшего сорта мука, которую используют итальянцы. В общем, короче говоря, варится точно так же, как все макаронные изделия итальянские от 7 до 9 минут. Попробуйте лапшу на готовность, хотя и рекомендуют ее на элден, то есть, чтобы чувствовалась она на зубах, вот чтобы полезность ее. Хотя в семье, конечно, могут и не любить элдент. Вот. На свое усмотрение, на вкус вашей семьи с использованием любого мяса, это говядина, курица или там баранина. Пожалуйста, всего доброго. Если вам понравилась эта моя кухонная хитрость небольшая, ставьте лайк, делитесь со своими друзьями. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всего доброго!